Да куда хочешь. В принципе-то разницы особо нету. Запустил? Не, запустил. Все нормально. Хватит сухарики жрать. Микрофон особенно. А дальше в центре будут? Да, СМР. Чтоб крошки в гудлика летели на. Да. 4, 3, 2, 1. А, у тебя вообще приоритет, что ли? Ты на что ты там планируешь? Если надо, я уступлю тебе место. Я не там. Снова больно. Блять, там еще Снобль, а че стоим-то, блять? Слакер, манекер. Базочка, ответьте мне. Пиздец, блять, прием нахуй, 415. 2, 1. Хрипаты спиной в другую сторону. Вот так, отлично. РДД раньше держим. Ну если змею не отведут, мы сейчас лужа под РДД будет. Семили зону. Умрете. Шаманизм, ну ты встал, хорошо. Ну я посмотрю, в Расмус стоит так хорошо. Ну да, и Расмус стоит хорошо. В смысле, я хреново стою и дышу? Ну тебе ближе к Зеке забыл. Так вы говорите. В тотемах. Разморозь пили зону. Разморозь. Я-то особо не танчу там. Вот Фьюри остался. А кончился походный дебаф. Угу. Пол хпшного добили. Ок, скоро. Текстура за... В мелизону хрипат и оптикс. Хорошо, на двоих всего. Можете дамаж прохитить. Нет, хрипат. Блять, да добейте вы 300 тысяч, ну ебаный. Чего вы все свичнулись уже? Да не добьют, блять. Что морды. Ой, подними Зоркова, Кару подними крутого эльфа. Лужа. Лужа. О, Флэш умер. Ничего стоять под лицом. Здесь будет время, дашь БР по Флэшу. Лужа, блядь. Не знаю зачем. Ты, ну выведи, ёлочка. Будет.
Батя, у тебя есть БР? Надо почтальон становиться. Да, у меня КД, это баг. Там просто кто-то вместе со мной в зоркого отдал. Причем раньше меня. Понял, понял. Почти все были, блядь. Это дичь, скорее всего, было. Да, 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 я вижу. Больше некому. Ну, без хэпала мы справимся. Куча сбежались. Пиздец, разбежались, хуй пойми, где стоите. Чё это такое, блядь? И ВК забыли, что ли? Дайте тотальному лану. А дали. Подсчет альянса сейчас. Все, все, все. Подсчет альянса, ребят. Давайте ближе. Сейчас прыгнет, все сразу идем к нему. Подсчет. Сдать я носорог ебаный. Какой носорог? Кого въебало? Ну вот. Тот Бабу самый, вроде. Да сейчас, блядь, наговорил. Пиздец, блядь, один раз врезался, все, пиздец. Враг народа, нахуй. Не от кого, но по глазам вижу, что это была Абула. Ребята, да, я не чего к себе грипнул, бля. Ой, я не там. Нормально, нормально. Домой, блядь, сынок, нахуй. Вы утонули? БЕшная спина. Да? Серьезно? Ну, блин. Да, серьезно. Ебать, наконец-то, наконец-то. Чему ты радуешься усиленно? Мне эта спина нужна, я ее даже готов купить прям за эту цену. Меня показывает аукционатор, что последний ценник у него был 48 890. Похуй. Нет, это нереально. Агильный 29 500. Не дал пацану обогатиться, блядь. За двадцатку отдайте спину парню, блядь. У меня просто все равно перекап меткости из-за вот этой спины, которая сейчас есть. У меня 305 меткости. Одену спину, ровно 8% будет. Станешь ровным челиком. Да. Ловкостью. Ловким парнем станешь. А можете рыбу поставить, если есть? И 430 хосты. 415-я базочка еще тебе позвонит потом. Даже ответит. Ответь с хорошими словами. Что там базочка? Ответит нет она. Ты... Не, базочка нет. Все уже, накрылось. Рыбу где-то ткнул. Босса вызвал. Ага. Дайте приступ баф, пожалуйста. Нихуя, а чё это за прист Некс? Это еще раз объясняем. На X3 это был наш топовый хил в целка конденсе. А сейчас он хил или ДД? Сейчас он HP, но он будет, наверное, хилить за хулика. Для у него было три персонажа у нас в гильдии, и все были три топовых хила. Это был Каражан хочет, хочу, значит, надо будет делать ДЦ-шку. Полностью абсорбировать рейд. Полностью абсорбировать. Как уголь активировано? А что ты холиком не умеешь играть? Твой престол. Холик,
слишком скучно, а абсорбировать это мое пример. Ебать, абсорбировать скучно. Абсорбировать рей. Коликом не скучно, наоборот. Вообще хилом это, блин, этот кликер, а не игра. А ты по маусоверу сделай, назначь кнопки, блядь, будешь кнопки. Бля, но только хил может регулировать рейд, сдохнет он или нет. А остальные они так, хилу, дополнение. Скажи это Абуле. Че тут за миксфайт начался в гильчате, что происходит? Меня уже, блядь, что-то приплетают, ёбнулись. Ну типа... Ну, ты это... На рёва побежал. Ворота бить, ворота свич. Ага, это не ВКС ещё, блядь. Чё было-то в итоге? Чё там за... Да прикинь, сейчас мы сидим такие, я был, говорит, блядь, Невер такой пиздец хуеплёт, всё такое. Но... Это да, но... Я понял. Ну, все, что там лежит. Вот. Да, конечно. Вот там был такой вот. Обнял, приподнял. Я сейчас таким пиздоболосом находят, блядь. Ничего. Рудом подсказать? Что за, блядь, тормози, алло, дядя, куда нахуй 24 тысячи, блядь? Да я ему свои стаки уступаю просто. Свечните, свечните сегодня. Все свечнулись в инфернал. Мор будет раскину свечнуть. Умрёте. Вы... Умрёте. Милики Таунс Инферналов 580. Сейчас кто говорил? Может, хоть 226-й свой применяю, блядь. Все почти тариан встанет. И тут демон берет. Нормально стоит. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы спросить. Можно тут Джиса въебать? Да, сейчас. Деда, стой, ему надо на Валькирии. И это тут нужно. Спасибо. Оно тебе серьезно надо? Мы же это с Карой выбьем. Уступи, Абуле. Да, уступи, Абуле. Ну, мне или СВК, или этот нужен. Давай. Хант. Запускаю. Давай. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь
победив их, вы заслужите достойную награду. Тут в одного танка, да, Донт? Не, давай лучше в два. Пусть он грипает, хрипаться спокойно. Так, подожди. Ой, аж ты где? А мне что тут делать? Это раз. Я... У тебя есть щиточек не очень? Нет, один вот только такой хороший. Тогда держи. О. Одеваю, да? Угу. Одевай. Кто у нас тут есть интересный? Котлик, на тебе контроль по луне. Тенка, ты контролишь мага. Ой, мага, боже мой. Паладина, вот звездочку тебе поставил. Зоркий, на тебе шаман. Пусть будет треугольник это. Грипаем... Поломи шамана, чтобы зорку не тыкать. Хорошо, давай. Грипаем черепочек, танки слева, рейд справа. Расмус, заходишь по пулу, хрипатый обходит с правой стороны, грипает, с него грипает Абу, даем Геру, заливаем черепочек. После черепочка либо крестик, либо печеньку, либо ромбик. Это наши четыре основные цели. Череп, крест, печенька, ромбик. Кутлик, ты контролишь рестор друида, дерево. Бан, фир, ну и так далее. Чтоб не кастовал. А хрипатый, не, давай не в танка. Там, наверное, раз посадим по танчатых. А мне кого танчить, Донт? Тебе желательно удержать на себе вар, ой, ДКшку и рогу. Хотя бы. Если еще и вара сможешь, то вообще красавчик. Ну, хотя бы ДКшку, рогу. Флайт и еда хилят Расмуса. Это трое без меток, да? Да, трое без меток. Рейд с правой стороны. Подходите сюда, вставайте вот тут, под щиточек, уголок. Расмус, там два хулипала, вы точно справитесь. Карл, давай к нам. Да, еда, только отойди подальше к стеночке. Там от них. Ну, это мало на случай, там, если одного хп-а кто-то будет бить. Они, в принципе, не сильно дамажат. Мы здесь должны втроем выхилить. Если что, еда, пойдешь к нам. Арчек. Вера. Флэш, у тебя как жизнь? Готов? Да-да-да, я мискликнул. Угу, хорошо. Давайте ДБМ ставлю. По ДБМ идет Расмус пулять, как только запуляет, сразу грип в око. 2 секунды, 1 секунда. Первый кто грипает? Хрипатый. Давай ружку уже, если так. Ладно, хорошо, пойдет. Было. Веру, Волка сыграли. Убили Ханта. Он ближе всех. Грипните его, если есть. Нету гриппа. Есть только таунт. Пойд. Тогда таунт. По флешу. Эти
Фрост стойку, хрипаты и Абу забрали один друид, один ТКшку, другой рогу. Я вару подниму. Ну, нам не все трое были. По Расмусу дичь. Бэр, Кару подними меня. Так, блядь, где ТКшка бегает, Шабан? Вот бегает у меня. За мной бегает. О, держи руку. Да, да, все отлично. Это один постоишь их поддерживать? Расмус, забирай кого-нибудь из милишников. Все, пойдем дальше. А кому вы играете? А, хорошо, шипашку. Я ДК и Вара забрал, рогу не вижу. Не забываем, раздаем. Не, хорошо, хорошо, двое уже отлично. Рока на тебе причем, кстати. А, ну. Не спать. Играйте. В мага играйте сейчас. Кроме. Закрывайте магу. Уже любого убивайте, там танк живет. Дерево тоже сюда. Давайте его убьем. Заклеиваем. Тут есть другой вон. ДКшник, это гриб, не дерево. Дерево. Упало. Кто там сосульки живет? Пацаны, получается. Итери сосуля. Он такой... Пошел такой. Похрустим, говорю? Ага, я похрустим. Не хрусти, ебало не будет расти, блядь. Наоборот, блядь. Не про философию идёт. Вы его забираете, да? Да-да, я одного украду. Ага, всё. Гудлик, брат, в рекаунте тебя не вижу, блядь. Кто с тобой, ну? А где спали, всё нормально. Это где он полено, пока до контролю? Это нет, никто из локов не спали даже, блядь. Осуждает, кстати. Давай я приведу кого-нибудь. Он ДК может. А тут все время надо с этим говно щитом танчить. Да. Ну, если тебе только зимой попался, то может порубать его нормально. Наверное. Бля, у кого там? Стекло скребет. А, не входите. Рогу забрали? Да можешь уже. Да, лучше нормально. Вам надо бы с ним побежал. Упс, хорошо. Изгард у тебя? У тебя, блядь. Нахуй в муд, блядь, добрый день. Да, замутайте.
Как будто вилкой по тарелке хуярит, блядь. Замотался, наверное, начинает. Народная музыка. Инструмент. Музыкальный. Чё тебе? Так нет, там нет. Я вообще нихуя не вижу, кажется, хуёво просто. Я сейчас смотрю, и тебя тоже не вижу в рекаунте. У меня выйди нет. Вот, значит, не её маски, знаешь, блядь. Хороший ДД даже есть по бреде, где его нет. Я вижу, второй он идёт. Кто ещё, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? О, щит ещё один. Так. Чики-маму, не заходи, я тебя выступаю на валькирь. Наверное. Ну, надо было, правильно? Я уже написал, что передумал, потому что такое было. А, ну все это ладно. Подождем 2 минуты, у меня гарга КД. Я там... Сейчас пока босс вызовется, столько ли не пройдет. Вообще все его не вижу. Дай ему убери чистое, зачистое. Эльвира. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Паш, тебе штаны нужны, что ли? Да, с этого и на крит, и 9. Кстати, похуй. Я половлю с Расмусом тогда. Или кто там? Так, а что подождите Расмуса делать? Танчи? Давай, да. Ты хочешь, давай потанчить. Расмус танчит у нас белую. Не, хрипатый белую, Расмус черную. А цвет мне какой, брат, черный? Если черную танчу. Не брезгуешь? Белую. Я просто не танчил. Давай, я була в танка и пылаешь со мной ведь. И все, и погнали. А где он на ретрика рулит мейном? Бери белую, давай лови с правой стороны. Если он пау собирает себе. О, хорош, оптикс хорош, ладно, вы все уже знаете. Угу. Давайте тогда арчек просто. Кто-нибудь анонсите, потому что я буду смотреть. Давай я поношу. Давайте. Все готовы, ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. А, у хрипатого ДБМа нет. Понятно. Это была одна секунда. Может, блять. Вор. То раньше, то, блять, позже на полчаса, блять. Там же не объявлением разве идет это? Этот ДБМ не дублирует в объявлении рейда. Войт сорвал. Да пизда, сколько черных, блядь. Да ё... Стань ближе к рейду. Я же не ДПШ. БРов нету. Ой, через 15 треснешь. Стоим, бьем. Танки прожмитесь, или кто ловит там. Я саку дам. Вот прямо сейчас прожмитесь. Я
По окуре баф дайте. А була черная не трогай, пожалуйста. Бьем дальше. Дамажим, да, просто. Только не кикайте раньше времени, пожалуйста. Убивайте. Казбит. Я вас теперь хрен так гоню. Ничего страшного. Погод ли кукара? ПР. О, крипов. Спецспособность смотрим. Меняем цвет. Свичнулись. Меняем темную. Было темное. Каст. Хорошо. Летит куча всего. Тут черных миллион просто летит. Пошлите, перебежали. Сокру дайте. Вы тоже черный брач делаете? Да, мы берем, а они с белой стороны. Теперь ты внутри знаешь. Белый врач черный. Бьем дальше. Стоим, дамажим, танки прожмитесь. Вы умрете. Ну что, припил? Имбиз. Специально для тебя. Получай. Хуигу. Хуигу. Ну, за то, что мы упали. Хуй себе. Все равно прибыль не забрал. Разница. Наш попал. Где вам транс можно? Эх, а я там трансмут хотел его. Нагрудник этот? Да. Сколько там за лёд ГП дают? 499. За каждого погибшего. Да. Сколько вроде? Убиваемся, короче. Вот ты проверь. А, был проверь, конечно. Давай проверим, кстати, да, реально, о чем. Даже не знаю, сколько дают-то. Да, все шаманы могут кинуть херобору. А это уже... Нет, не могут, потому что свет отображается. Ну, точнее, они могут, конечно. А что все на тапках от меня съебались? Думали, что я лед не отключу? Почему вы, блядь, не умеете это со льдом, блядь, нырять в воду, блядь? Что сложного камеру просто повернуть, блядь? Кстати, не всегда работает эта хуйня. Работает всегда. Вот давай я сейчас включу лед, я не умру. Давай. Ну, давай, давай, проверим. Из-за каждого погибшего 50 кп. Инку ГП рыбу ставить будут. ГП твою, конечно, блядь. Тебе решать. Спорим, не включат лед. Да, конечно, там ГП охота. Засал. Смотри, вот, я был. Особенно тебя проверяю, блядь. Если отключишь, то лох. Опа, ловушка Джокера, блядь. Или ГП, или лох, блядь. Блядь, ты лучше с ГП, чем быть лохом, блядь. Не зли, Долда, блядь, не зли.
Блять, в страшном огне. Пятьдесят на пятьдесят идет, нельзя руину, да? Не, это знаешь, там есть ачивка покруче, чем 50 на 50. Сдохнули до льда, блядь. Никто не должен умереть вообще за рейд. Да, есть такая. Такой рейд меня не возьмут, блядь, я чувствую. Да, включай дробь, блядь. Включай нахуй обратно. Все. Ну, а получается, было... засал, да? А было официально лох. Видели, там сова махала крылышками, летела. Блядь, я бы, кстати, был бы не против, если бы вот за такой байт, блядь, давали тому, кто байтит, нахуй. Да, кстати, блядь, а да. Ты должен показать свой стержень, а было бы. Стержень нет. Мой стержень видел только кудлик. Рок срать на личку. Так что, блядь. Все, было теперь официально, блядь, бесхребетный лох. Хопа. Аргументировано, блядь. Я бы не стал, конечно. Оскорбление завязываем. А ты да, блядь, Донт, не хочешь разобраться тут, блядь? Донт, а что тут Расмус делает? Черепочек ставлю, и он собирает для себя хрипат, и в этот черепочек мы сразу свечимся, а ты второго мумба. Угу. Просто с боссом его тончишь. Сферы разъебывают? Да не, а был укрепнет. Короче, что, не уешь 5 хилов. Тебе не уешь их, нет. Это, блядь, единственное, что я научился делать, блядь, сферы гриппать, нахуй. А чё, Исполин ШП может? Исполин пытается ГП мне дать. Пока Рамштайн играет, давайте. Палишь, да? Палишь? Конечно. Давай, поехали, духа. Если Рамштайн играет, то это под Геру. 5 секунд. 2 секунды. 1. Пуляем. Грипп. Хрипат, ты где там? Лужа пашет, тут капец. Вот эта тема. Почек поставил. А. Расмус, заберешь другого? Не-не-не, без контроля, без контроля. Кто-то ВВК 10 просто переиграл. Череп, добивайте быстрее. Отлично. Ауе аккуратнее, лужа, блядь, летает. Через босса играйте, а не моба. Да, просто кливать второго можно. Okay. Череп грипп. Ты череп на себя, в череп Раз сыграли. Я засапал, если что заберешь. Скажи, кто боб дает. Первый еда. Твердый с этой стороны где-то. Секси, да, что сам по себе? Сам по себе. Отлично. По мобам играем, не забываем про них. Стаки не лутаем. А я следующий там. Тэнка в другой конец убежал. Ай, блин. Сейчас, наверное, пройдет. Оптик скинешь в него? Мы уже кинули. Это следующий кинул. Далеко не уходим. Скоро должен выкопываться. 6 секунд. Сейчас только метку убегает. А, сейчас на холод. А, ну сейчас здесь сломается. Нормально. Все, сбежались там, где пуляли. Вышел. Босса играйте, питомцев под босса тоже увидите, чтобы на них никто что не агрелось. Черепочек поставил. Череп сыграли. Босса, просто босса.
Войд, подними Сузу. Помогу, рибов дайте. А, как и Снип, дашь контроль, который ближе к нам будет? Некс тоже самое по-другому. Некс по черепу. Ладно, череп... А, хреб... Расму забери череп на себя тогда просто. Босса переиграем, переводим. Больше по боссу надо. Войд, Кару, кто там? Не успел. Ладно. На бада играть. Вам играем? Уж куча. А что он так паладинов любит? Что он трех паладинов за фокусы? Я дам баб, объясни. Уйдите из пути. Дам. Да, бля. Ты... Как и Снип. Зачем? Я дам, есть еще. Давай. Сферу надо разбить где-то. Стоим под сферу. Под босса стали все? На босса или? Да, в кучу зашли, переводим босса. Черепочек разберите, по другому контролю. Я фирдом. Перевели, в череп сыграли. Давайте. Перевели, Геру даю. Прохил метки только. Не жреть, не жреть. Слишком высоко. Танков держим на фул. Раз мы забираем себя второго. Я следующий. Не жреть, не жреть. Очень много хилем. Ребят, ну оверхил. Стоп, 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 стоп. Не жреть. Ниша, стоп хил, стоп хил. А это паладины бурями захиливают. Держим просто танков. Ну, Гудлик, Гудлик, Гудлик молодец. О, маунт. Хоть что-то зависит. Дед, блядь, все нам, блядь, на интеллектчиков, блядь. Умный рейд, ебаный. Интеллектчиков. Возьми себя душ-водочку, а было, блядь. Открываю портал, ребят. Долоран. Там стоит же порт. За Долоран. За Долоран, знаете. Там маунт есть, если что. Летите, да, да, летите, да, прочь. Да похуй маунт это вообще. Парашютика нету, все. Никому больше обижаться. Отпорол. Ебать, блядь, давай. На, сюда, нахуй. 4, блядь. Накладывайте, блядь. Чека, ебать. 93. 4, это, блядь, прям, да. ГЦ было. А получается ГЦ, блядь. Ебать, Гудлик, за 15 тысяч купишь? А? Саня, блядь. Саня, Сашка. Для Гудлика особая цена, 92 тысячи. Не, я коллекционирую маунт. Не в Карыгер, конечно, за ФК, блядь, но тоже пойдет. Ну вот, не зря сходил. Карыгер за без смертей, которые?
Нет, который вчера за ФК получили маунты. Ром, ты сейчас дашь ЕП и на... Ну ты видел там дракон за... А что, уже вчера закрыли? Да. Горожан, да. Топ-контент, топ-контент, понимаю. Ну я говорю, они его послабили, я посмотрел по опере по той же самой, но ослаблен. А кто, это, кто закрыл-то? Гомель, Донатка это что закрыл. А, да. По три рубаса там вроде каждому, да? Этот, дэмэдж, да, там был, небось? Да. Да, о, конечно. Надо ему написать. Не-не-не, Аникси у нас нету. Уже давно. Ну что, не заходит. Надо написать ему поздравить. Как рулить и прыгать с портом. А этот паук бегает по воде или нет? Не. Здорово, нет. Просто. Это тот же самый анкеражский танк. Только синий. Да. О, лицензия на поставку. А, ты имеешь в виду эти штурки? На черном рынке. Ну.